Girl, 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 throw it up. Start twerking like Molly. Oh yeah. Twerking like Molly. Don't pop it like Molly. Всем привет, с вами я, Яшка и Доминас, и мы сегодня будем играть в Террарию. Мы опять снимаем видео, и на нас напали гоблины уже. Ты книжечку подобрал? Да, подобрал. Мне Доминас еще одну книжечку точь-в-точь, как у него, подарил. Потому что мы мочим демонов. Валь, покажи ему, сколько у нас... Не могу, на нас уже нападают гоблины. Ладно, тогда я их тоже мочу. Называй меня не Ваня. Так, чего? Потому что дали записи, надо нажимать, нажимать, где настоящее имя. Какая разница? И правда. Так, но все равно. Так, я пошел стрелять багом. Ой, что я говорю вообще? На тебе. Ой, как у меня лагает. Я бага с первого раза убил. Так, надо багу восстановить. Вроде бы она восстанавливает багу. Сейчас посмотрим. Как у меня багу так быстро восстановилась? Розовое зелье. Оно восстанавливает и мама зелье. А я знаю, но я зелье не использовал. У меня чуть посильнее книжечка. Да? Да, тебе, на тебе. Нет, оказывается, эти звезды не восстанавливают жизни. Ой, ладно. Так. Что мы в этой части будем делать, кроме гоблинов? Да, эти гоблины такие хитрые, берут, просто себе ходят по нашему дому, и будто ничего не происходит. Надеюсь, ты не сделал так, что у нас опять будет одна картинка на все видео? Нет, не сделал. Да, тебе варило. Мы планируем мочить глаза Ктулху. Тьфу, глаза Ктулху, блин. Ты не говори. Видел. Ладно, я молчу. Забыл. Это секрет. Не понимаю, что я другу нашему устанавливал террарию, все правильно сделал, только у него там что-то, она не хочет работать. Ах так? Она сквозь блоки проходит? А, не проходит, я знаю. А может проходит. На тебе. Помочь? Надо. А ты щит взял? Нет. Там щит вроде бы в сундуке был. Я знаю. Возьми, это хорошая штука, тебе не будут толчок при ударе. Хорошо. Так попробуй. Я это могу. Ты до сих пор с этим старым лохом ходишь? Он у меня нормальный, демонический. Кстати, на Белас почти все свои деньги потратил на мыльные пузыри. 4 голда штука. А ты сколько купил? 3 или 4? Кстати, я 3. Соединил так, вот эти вот штуки. 2. Забыл, походить. Стой, только не заходи к тете с розовыми волосами. Я хочу сюрприз под конец серии сделать. С розовыми? А где она живет? В самом низу. В самом низу. Не заходи к ней, ничего не покупай, хорошо? Хорошо. А, я вижу. А что у нас дип новый? Я сказал, не трогай. Я знаю. Она ничего, она поселилась. Как это ее зовут? Не знаю. Давай познакомимся. Тетя. Давай познакомимся, говорю. Как тебя зовут? Ну скажи свое имя. На тебе. Вот. Будешь знать, как ей говорить я. Ну, кстати, посмотри, пожалуйста. Подойди, пожалуйста, на секунду. Не могу, сейчас я гоблинов убиваю. А, мне шарк. Не зря 35 голда потратил. 35? Ведь вроде бы 50. 35. А. Мне интересно, что это тетя продает.
Ну ладно, не буду смотреть. Хватит гоблина, ты тут возле тети бегаешь. Гоблина, хватит. А тоже как ты один раз на хате, ой, на видео сказал. Он в хате. Так. На тебе. Мама, гоблина. Смотри, здесь сколько вы довела, скупил картин? Нет, не купил. Не купил? Нашел. Нашел. А. Он в хате. Коллекция очень быстро пополняется. Как быстро? Здесь есть повторки, конечно. Будь здоров. Спасибо. I believe I can fly. Ах ты ж, гоблин. Я нашел тебя. Можно удары гоблина, можно отбивать. Какой гоблин? Мага. Что ты, Арчер, делаешь у меня нас на крыше? У меня нас на крыше. Так, будем искать мобов. Ну, вы поняли, кого. Понятно, я нашел, где они. Я умею летать. Ты заметил, что их очень много, и у нас двоих? Нечестно. Начал заметить, какая у нас брата, да, все честно. Докажи. Вот тебе. Мы убили гоблинов, только нет, ну, мы их победили. Да? Да. Прикол. Только остатков мы будем отбить. Вот им, они у нас в хате. В хате. Помните, у нас была такая еще серия «Зайки», да? Да. В которой мы могли видеть, где мы убивали зайцев. Меня, наверное, хорошо слышно. Уже да, наверное. А может и раньше было хорошо слышно. Так. То, короче, с обновлением Террарии убрали этих боссов. Да? Да. Зайчиков убрали. А ты заметил, что их убрали? Все, мы их всех убили. Хорошо, у меня карта как раз не прогружена. То прогружена. Кстати, если что, я начал летать быстрей. И, наконец-то, у меня нету этого звука, как я летаю, как это, от ракетных звуков. Бо я, ну, соединил целых два этих аксессуара. Так. Мы теперь опять начнем собирать серебро. Знаете почему? Потому что у меня нужно серебро. Так. Ты идешь? Я навожу немножко лаг в свои моменты. Я не понял, куда идти? Ты быстрее. Все, нашел. Да не кричи. Причем не няш на воняшку. Меня лагает. Ну, все дорожно. Кстати, у меня звук включен. Вот так лучше. Лево. Раз, два. Не знаю. И туда направо. Паркур лава.
легко. Налево, да? Ты не хочешь, что ты летаешь? Я не хочу убить. Мне из бомбов уже огонь падает. Иди за мной. Иду. Стоп, аккуратно. Мы не туда пошли. Красава в лаву падаешь. Я? Я в лаву не падаю. Блин, за бомб опять не туда пошли. Я взлетаю. Продолжайся, ну. Мир. У меня просто лаги. Ад. Защищайся. Можешь факел убрать с рук. Я буду помнить. Азаза. Типичная. Ну что ты сделал? Что ты сделал? Проваливаюсь. Она мне всегда проваливается. Я падаю с большой высоты. Ну, ты опять падаешь, блин. Да, всегда падаю. Ты всегда падаешь. Всегда. Кстати, кроватка. Нет, не тронь ее. А чё? Потому что не тронь. Я ее специально сюда поставил. Зачем? Что ты спросил специально? Помочить мы его как собираемся? Обратно вот каждый раз бежать? Не демон Вуду, а просто демон. Я сказал Вуду демон, ты. Там просто демон. Нет. Да. Нет, там был Вуду демон. Лекайся, 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 лекайся. Ничего, лекайся. У тебя хилки нафиг. Тэм, хватит руки снова. Я хилюсь, я не могу применить еще хилку. Секунду, я тут пару блоков уберу. Бля, ну ты прям Гермес настоящий, пятки шевелятся, аж ничего не видно. Не пятки. А там Арчер Демон. Надеюсь, ты в лаву не прыгал? А, что ты делаешь? А, вот именно, что ты. Yes. У меня 7 кристаллов шардов. Не кристаллов шардов, а кристаллических душ демона. Я сказал кристалл шард. Есть какая-то штука на... Какая? Да, типа, это. Сейчас скажу. Вообще цвет. Мне просто лагает. Так. Что можно сейчас сделать? Я тут лаву пока убираю. Что ты делаешь? Душу. А не, я сквозь блоки не могу. Стой! Не падай в лаву! Я не плаваю. Не плаваю. Ого, лава, ой, ну, лавовый слайм, он паркурист прям настоящий. Ой, куда я вообще лезу?
Что тебе мало весна? Я тут потихонечку лаву ваю отсюда. Хорошо. Тебе помочь? Если можно. Прикрывай хоть чуть-чуть. Так. Это называется прикрытие. Пусти на змеюку. Я ее убью, кажется. Нет. Сейчас она убьет. Лучше отойди от края. Тебе не темно? Два тебе буду демон. О, кукла воду. Ну, одна уже есть, еще одна. Вот тебе и нет. Иди, там лава, ёханый бабай. Видишь, жрётся лава, блин. Я не видел. Заметь, вот прям по тебе лава проходит. Пожалуйста, поддержите нас лайком. Мы с Доминосом очень сильно стараемся. Кстати, у нас есть один секрет, который, возможно, будет в следующей части. Я тебе сейчас помогу. Или надо уже догадаться, что мы собираемся делать. И зачем мы торчим в аду все это время? Не говори. Где слизь? Гель. 91. А за? А дерево? Дерево? 939. Делай все костры. На все. Ок? Угу, только факела надо кучу сделать. У меня 6 костров есть. Хорошо. А он в кострах появляется? Кто? Мох тут. Да. А ты пробовал уже? Да. Костры никак не влияют. На каждом шагу прям? Я на каждом шагу делаю. Зачем? Видишь, что все равно. Такая большая арена. А ты его на маленькой арене не завалишь? Да. Еще одна костяная. Замочь ее? Да. Сейчас. Тоже вспомнил. Ну, наверное. Вы готовы, дети? Да, готовы, капитан. Кто проживает на белке? Спасибо.
Вы не подумайте, это я просто для прикола. Мы, если что, мы не смотрим его. Тебе все обязательно уточнить? Не знаю. Я вообще молчу. Такое назначение нет. Так, вторая адская кузня. Что ж мы с тобой делаем? Я пока быстро домой топяхнусь. Зачем? Мне надо выложить очень дорогую штуку. Что именно? Золото. Что это? Мое возьми. Иди ко мне. За мной прям мобы из стаи гоняются. Спанч Боб Крипер. Крипер, да, Крипер. Зеленый сенсей. Я так по зеленым сенсеям... Ничего не покупай, ок. Ага, я по зеленым сенсеям скучаю. Ого, ты знал, что у нас запись... Такой раз добавили Крипер. Ты знал, что у нас, оказывается, запись, конечно, сколько уже длится? 21 минута. Там-там-там. Копилку открываем. Выкладываем все. У нас уже 5 золотых. Хочешь, тебе ракетные эти сделаем? Да. Мне? Да. Ракетные? Ну, тогда я забыл, что тебе... И потом мы тебе соединим две. Что я тебе гермесов не выложил? Не, выложил. Там сундуки есть. Есть? Да. Зачарованы? Обычно, кажется. Так. Тихо. А. Потому что мне надо сразу бежать. А ракетные бутсы покупать. Гоблин, ты что вообще задумал? Что? Он чуть не падает там, где выход. А он не будет падать. Спасибо за ракетные бутсы. Так. Уж прикол, я могу так взлететь, там, где гравитация вроде бы уже начинается скоро. Ну, гравитация вообще-то везде, чтоб ты знал. А антигравитация, это уже другое дело. Ой, антигравитация. Я, наверное, тоже уже давай, да? Да, наверное. Ну, я там чуть-чуть выровняю. Ну, как чуть-чуть. Площадочка хорошая. Так, я пошел продавать шопинг. Так, свои ракетные бутсы, тьфу, свои бутсы Гермеса я тоже выкладываю. Лоу продаю, точнее. Ты взял амулет сердечко? Нет. У меня нету просто места. Для амулета. Блин, куда я иду? Блинчик. Меняшка уже путается. И та-да! Спектр Бутс. Тун-тун-тун. Она прикольная. Куда мне вторую адскую кузню влепить? Иди до мене. До мене. Я еще сделаю подвал со знаменем. Что? Кстати, а давай нам подписчики будут писать свои достижения. Ой, да, эти. Если кто играет. Нам давай ачивки будут придумывать. Слушай, мне так нравится. А у тебя отображается моя это? Что? Стоит. А я не вижу, ты что, в это, рубиновой накидке. Ну, платье. Ну, да хуй отражается, когда я прыгаю? Я не вижу. Знаешь, где отражается? Обычно. Вот ты у меня возле кровати сейчас стоишь. О, все, прогрузка пошла. Ну, сейчас мы, наверное, будем заканчивать, да? Спасибо, что смотрели. Стой, 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 секунду, ты смотрите. Ну, спрашиваю, ты ничего не говоришь мне. Аняшка путается. Ты все костры поставил?
Да, которые у меня были, и поставил себе. Целых 9 костров. А, ну да, мы хотели под конец серии показать. К тете. Заходим к тете. Нет, не надо к тете заходить, я тебе сейчас дам 5 штучек. Чего? Этой штучки. Иди сюда. Какой штучки? Этой штучки. Это что? Попробуй вверх подожми и потыкай. Там-там-там. Спасибо, что смотрели. С вами были Леляшка и Лилас. Нет. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Няшка, Доминас и Мир Террарии. И конфетные гоблины. Книжки демонов и все остальное. Всем удачи и всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Лайк. И подписку. Пока.